Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по зарубежному боксу без вложений ADFEBS. Значит, вчера я собирала монетки. И что-то я, наверное, не то сделала, что мне на балансе маловато денежек. Ну да ладно. Значит, как здесь еще можно зарабатывать? Мало того, что нам дают здесь 1000 кредитов, бесплатно можно рекламировать свою рекламку, ну, свои проекты. У каждого есть проекты, которые требуют рефералов, да, и мы как бы на них делаем рекламу, значит. И плюс еще дополнительный заработок есть. Вот здесь вот это вот, нажимаем вот сюда, выполнять задание. Нам начисляют по 10 центов. Значит, первое задание я выполнила, загрузила баннерную рекламу. Так, мне начислили 10 центов. Вот моя реклама, уже она активна. Ее проверили, сначала она будет в пединге, у вас реклама, после модерации, после проверки, она будет активна, вот зелененьким, значит. Значит, можно вернуться в кабинет от дашборд или на свой логин. Возвращаемся в кабинет. Сейчас покажу, как зарабатывать дополнительные денежки. Значит, переводим на русский. Вот здесь, вот эта синяя строка. Значит, сейчас переведем на русский. Так, получите оплату за добавление своего первого ротатора. Вот обращаю ваше внимание, у меня 0, ну вот 60 центов у меня, так? Значит, что мы делаем? Новая компания «Ротатор». Нажимаем сюда, на новую компанию. И сюда что мы вставляем? Название и название проекта и реферальную ссылочку. Сейчас я все сделаю и продолжу. Значит, я вставила название проекта, ссылочку. Сейчас, если не пройдет моя ссылка, придется брать другую. Нажимаю «Создать компанию». Все, успех. Видите зеленым? Так. И обратите внимание, было 60 центов, стало 70 центов. Так. Вот моя ссылочка. Далее опять возвращаемся. Приборная доска. Ну, дашборд. Значит, далее что еще нам? Так, получите оплату за изучение нашей структуры. Опять нажимаю. Значит, здесь нужно это все изучить. Так. Опускаюсь ниже. Так. Так, и нажимаю пометить полное обучение. Синюю вкладочку. Сейчас страничка обновится. И у меня стало 80 центов. И таким образом, выполняя задание, насколько нам дают, позволяет на бесплатной основе, мы таким вот образом дополнительно зарабатываем денежки. Далее что? Так, зарабатывать кредиты нажимаю. Здесь по-любому придется покупать пакет. Минимальный вывод отсюда 10 долларов. Обращаю ваше внимание, хочу вам просто показать. Вот сейчас отсчет таймера идет. Здесь и поинты, как бы вот полпоинты. И плюс еще кредиты начисляются. Значит, вот бывают вот такие квадратики, нет картинок. Но в данном случае у меня телевизор. Вот это вот колесико, можно нажать на это колесико, капча обновиться. Видите, уже все на месте. Нажимаю. Вот зелененьким загорелось.
Далее, вот здесь тоже может быть ваша реклама. Здесь нам дают баннеры, и можно загружать баннер и рекламировать. Вот видите, уже это чья-то реклама. У вас здесь появится, ну там, например, 200 на 300. Нажимаете на нее, загружаете рекламу свою, как бы баннер, и будет показываться ваша также реклама. Так? Ну все, пойду в аккаунт пока. Зелененько загорится. И в аккаунт. И вот таким вот образом мы зарабатываем денежку. Нужно, хотите на вывод работать минимум $10, но что-то мне да, как бы подсказывает, что нам без пакета вывести, возможно, и не дадут. Хотите работать — работайте. Ну, не хотите — это дело лично каждого человека. Здесь можно работать также и без рефералов. Хорошо, как бы. И вот у меня поинты идут. Это аккаунт баланс мой. Вот, ну, в принципе, все, как бы я рассказала. Значит, что еще здесь? Вот здесь вот эта вкладочка. Можно также просматривать, смотрите. Перевести на русский. Так. Ниже приведены несколько из лучших сайтов, рекомендую вашим менеджерам групп. Ну, в общем, нужно оценивать. Вот этих две я оценила. Нажимаю следующую. Ну, что, ну, вот видите здесь, ок, все так как бы. Ставим лайк. Это все оценить. Пишем супер. Большие буквы. И нажимаю сюда. Все, я оценила как бы, да? Вот. И так вот все. И вот, ну, у меня вот рекламка тут, я вот, как уже сказала, работает у меня. И, естественно, я буду сегодня клюкать, собирать и кредиты, и поинты. И вот эти задания надо мне выполнить, а потом уже пойду я на серфинг. В принципе, все. Буду продолжать мониторить проект. Вот, вывод, естественно, это все будет проверяться. И будет делаться видеообзор. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.